На сегодняшний момент ведутся переговоры с руководством области, как сказать правильно, возможности финансирования и, может быть, выступления в другом дивизионе, высшем. Вот поэтому это переговоры. На сегодняшний момент это очень трудное время, все прекрасно понимают, да, и в области, и везде. Поэтому пока ведутся переговоры. Если у нас это получится, то мы, конечно, с удовольствием пойдем в высшем дивизион. Мы для этого готовы на сегодняшний момент. Вот. Что касается всего остального, ну, опять, значит, мы останемся в этом же дивизионе и будем продолжать нашу как бы карьеру, нашу как бы там развитие в этом спорте. И я вам скажу, на последнем матче присутствовал губернатор Ростовской области Василий Ильич, которым были очень плодотворные переговоры. И вот после 20 апреля мы будем встречаться. И я думаю, этот вопрос будет один из первых, который будет задан. И что будем, как дальше делать, и какие возможности решения вопроса. Потому что на самом деле потенциал как бы Ростова, да, он, ростовчане полюбили хоккей, да. И это результат налицо, повышение как бы людей, спрос. Это уже стало семейной как бы традицией посещаемости, да. Я думаю, что руководство области, думаю, оценит эту ситуацию. На самом деле уже пора привести его в порядок во всех отношениях. Ну, я бы с удовольствием остался в Ростове, мне все нравится. Руководство, тренерский штаб ко мне относится хорошо. Я бы с удовольствием остался и продолжил выступление в Ростове. Даже если не выйдем.